продовжуємо говорити про наше місто, зокрема святкування Дня міста, про урочистості. Зазначу, що насичена програма, дуже багато на що можна прийти, на що подивитися, на що взяти участь. І виявляється, що і потанцювати ще буде можна на святкування нашого Дня міста. Про це й будемо говорити далі. Дозвольте представити наших гостей ранкового ефіру. Людмила Бондар, директор Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, та Любов Древіна, провідний методист міського управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Доброго ранку. Доброго. Ну що, давайте розбиратися, розказуйте, на що, на які ще цікавинки чекати нашим містянам, як приємно провести час до Дня міста. Хто розпочне? Ну, давайте, наверное, я скажу о том, что городским управлением культуры разработан целый ряд мероприятий, которые охватят весь наш город, каждый его район и каждый дом культуры. Все будут залучены, да? Абсолютно, коллективы творческие и наши, и приглашенные, я так понимаю, будут. Анонс этих мероприятий есть на сайте горсовета нашего, то есть любой желающий может ознакомиться, когда, где и в каком месте уголочке нашего города будет происходить то или иное мероприятие. Я уже анонсировала наши мероприятия, те, которые будут проводиться Дворцом торжественных событий. Это будут мероприятия в Каштановом сквере 10 сентября. И, собственно говоря, почему мы с Любовью Петровной сегодня здесь, это как бы там большая программа «Каштановый сквер», которая в течение дня будет проходить. И, наверное, как бы наши мероприятия уже анонсировались. Это парад карапузов, это парад невест, и это будет наш проект «Три весілля». Давайте ще раз пригадаємо. Добре. Да. Время «Три весілля» – это проект, который направлен на то, чтобы показать нашим молодоженам, все-таки наш город носит звание города невест, поэтому мы об этом не забываем. Мы поддерживаем наши традиции, хотя они сравнительно даже те, которые молодые, но тем не менее они уже стали нашими традициями, поэтому город невест, эту марку мы держим и показываем нашим молодоженам, какие сегодня современные варианты проведения свадебных церемоний могут быть. И в общем-то, я думаю, что программа будет интересна, рассказывать всего не буду, там будут три совершенно разных обряда, совершенно разных церемоний, поэтому приглашаю всех желающих. Парад карапузов – это уже известное мероприятие. Его, полюбившись в нашем месте, чекают его. Да, и ждут, и есть у нас желающие, и много желающих поучаствовать в этом празднике. Спасибо большое родителям, что не боятся вывозить своих круг, не боятся ни погоды, не боятся затрат, которые, в общем-то, влекут за собой такие костюмы, шикарные. В общем-то, готовятся, и я думаю, николаевцы увидят это зрелище замечательное. Ну и, конечно же, вот новая программа, которая сейчас передаю слово Любовь Петровне, она больше о танцах расскажет. Для любителей хореографии теж будут заходы, не оминули никого. Любовь Петровна, рассказывайте. Що? Знаю, що назва «Танцюємо все і всі». Дуже така інтригуюча назва, давайте розберемося. Ну, традиционно уже в четвертый год Управление по вопросам культуры Горметтоцентр приглашает всех любителей хореографии «Каштановый сквер» на танцевальную программу. В этом году мы немножко изменили наше направление и разнообразили, насытили нашу программу разнонациональными поздравлениями. Так традиционно также начнет нашу программу школа танца Пасадена, и поздравления от Олимпийской Бразилии подготовит ансамбль танца «Ренессанс», руководитель Ирина Хохолькова. Значит, эстафету Олимпийского Рио примет спортивная школа номер 3 по художественной гимнастике, тренер Лидия Дратман. И мексиканским танцем хотим порадовать наших жителей в настоящих сомбреро, который подготовил ансамбль танца «Юнги», руководитель Лакманова. Зажигательная латина от известного в городе, уже зарекомендовавшего себя как профессиональный коллектив, ансамбль танца «Грации», руководитель «Молодые», Александр и Анастасия Почтаренко. И в этом году мы хотим еще предложить вниманию наших зрителей, вместе с ансамблем танца «Пируэт» будет танцевать и символ счастья, благополучия, дракон Лунь. Цікаво, така родзинка, я би сказала. Родзинка, да, которую приготовили Марина Чумак и Алена Васильева. Алмазами Индии украсит нашу программу ансамбль танца «Пасадена».
вот из Индийского океана, пираты студии танца Гарлем, руководители Юлия Фляга, привезут на своих кораблях морской джаз, который исполнит ансамбль танца «Оксамит», руководители Ольга Давченко. И из «Солнечной Болгарии» ансамбль танца «Хоро» привезет поздравления нашим зрителям, которые также посещают много фестивалей, праздников и приносят колорит в наш город болгарской культуры. З німецькими традиціями. Ознайомимося з усіма практично. З багатьма. Ну, не з усіма, а з багатьма. Багатьма. З німецькими традиціями нас познайомить ансамбль танцю «Щасливе дійство», руководитель Світлана Горшкова. Також ансамбль танцю «Сувенір», який приїхав недавно з Іспанії, покаже нам, ну, здержану такую национальную грузинскую постановку. И подзажигательную музыку Эмиры Кустурицы нам предложит цыганский танец ансамбль коллектива современного танца «Свято Мри», руководитель Наталья Томова. Но, как вы заметили, в нашей программе мастеровитых исполнителей украинских танцев не будет. Я их хотела запитати. От чому? Що це таке? Это будет наш небольшой сюрприз. Мы хотим в этом году предложить украинский танец нашим горожанам, чтобы они, разучив несколько фигур, если в фольклорном танце это называется колено, мы разучим несколько фигур, это будет небольшой мастер-класс, и предложим всем участникам станцевать нашу, ну, уже такое украинское надбання, национальное ойра. Хотя ойру танцуют по всему миру, танцуют и в Прибалтике, и в Белоруссии, и в Украине. Мы выбрали нашу центральную киевскую ойру. Хотим просто предложить людям праздник, чтобы они сами повеселились уже, хватит смотреть. Приходите к нам, пожалуйста. Щоб долучатися, да? Давайте розберемося, це буде майстер-клас, тобто будь-хто бажаючи може прийти, розучити і потім разом танцювати. Разом всі, приглашаємо всіх, большой круг. Буквально 3-4 движения. И еще такой у нас нюанс. В данной ситуации мы будем танцевать под живой аккомпанемент. У нас будет называть троисти музыки. Это скрипка альт Игорь Джураев, баян Вячеслав Краснов. И оформление всего троистих музык будет Дмитрий Кульков. Игорь Кульков. Это известный тоже музыкант. Поэтому мы хотели придать своему, назовем такому небольшому флешмобу, придать такой национальный колорит. Под живую музыку всегда интересно танцевать, двигаться. А ты видишь, якщо містом, якщо багато людей, я думаю... Всех зрителей приглашаем поучаствовать в нашем мероприятии. И в завершении... Сальсотека. Вот, в завершении нашей программы всей молодежи, не только молодежи, всех любителей сальсы приглашаем на сальсотеку, которую предложит вам Константин Горлов, так, запрошує всіх на сальсотеку. Будет очень весело, будет интересно. Ну, желаем всем приятного отдыха. Приходите. Дякую. Давайте еще раз нагадаємо, де и у котрі це відбудеться, чтобы никто ничего не пропустив и пришли всі в час. Каштановый сквер, 18 так. часов. Приглашаем всех разделить наш праздник. Тобто це буде вечір, я думаю, що погода так само посприятиме, допоможе. А от у мене ще таке запитаєчко, чому така ідея показати всі культури? От такий міксований, це дуже цікава ідея. Вот мы хотели бы показать действительно не только наш город, вот сейчас все направлены, вся культура в хореографии, ну, вся хореография направлена на современную культуру, и только модерн, джаз, фанк, разные стили хип-хопа, но все-таки у нас же не отходят наши хореографы от традиционных национальных культур. Сейчас есть возможность посещать многие фестивали и конкурсы, люди общаются, ездят и видят, что все-таки национальный танец является основой хореографии. Поэтому вот и в данной ситуации, где мы название сделали, дали своей программе «Танцюем все и все», возможности раскрываются в нашей работе, в наших талантливых хореографов.
Я зрозуміла, дякую вам. Отож, шановні миколаївці, не сидіть вдома, святкуйте і парад карапузів, у кого буде малеча, показуйте, хизуйте, це вже люблять у нас вже це традицію, ну що казати, це і арт-проект «Чуже весілля», і «Три весілля», ну і безумовно танцюємо все і всі. Якщо ви ще не вміли, або, але хотіли навчитися танцювати, приходьте, я переконана, що буде весело. Дякую вам, дякую, що донесли до нас інформацію, розказали. У нас у всіх була Людмила Бондар, директор Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, Любов Древіна, провідний методист міського управління з питань культури та культури, охорони культурної спадщини. Дякую вам, гарного продовження дня і гарного святкування. Спасибо. Потанцюємо дуже скоро.